На телефоны единой диспетчерской службы поступают звонки о минировании ТРЦ. Сейчас в центре города оцеплены два из них, и люди уже больше 2 часов не могут попасть внутрь. Первым эвакуировали торговый центр «Столичный», а немного позже уже и форум. Оцепление старалось держать прохожих и работников ТЦ на безопасном расстоянии от возможной угрозы. Примерно 2 часа назад зашли, сначала сказали администрация, потом охрана, что просто как бы учебная тревога, выйдите, пожалуйста. В течение 2 минут мы все вышли на улицу. А вообще не боитесь, что это правда, вот не ложно? Не страшно, немножко страшновато, потому что вот там говорят всякие вот такие, кто бомба, кто что говорит. Нам сказали, что учение идет, и быстро надо покинуть помещение. Мы бегом, все покинули, вот как есть, так выскочили. Помимо этих, оцепили и еще 4 торговых центра – Саганмарин, Заря, Пионер и Капитал Молл. Ни в одном из них угрозу не обнаружили. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии проверили 5 объектов с использованием служебных собак на предмет обнаружения опасных предметов. По результатам проверок опасных предметов не обнаружено. Стоит ли за этими ложными вызовами 1 человек или же телефонных террористов несколько, пока неизвестно. Но работы по их поиску уже ведутся. Валерия Каратуева, Жаргал Сериндашиев, Новости дня.